Первый в Самаре, первый для Сербии. Символичным матч на стадионе в областной столице оказался и для России, и для братской славянской страны. Поддержать болельщиков в регион прибыл консул Республики Сербия Милан Живкович. С ним провел встречу митрополит самарский и тольяттинский Сергий. О предматчевом настроении и секрете теплого приема наш следующий сюжет. Около 1000 сербских болельщиков ждут матча, но времени зря не теряют. Многие из них приехали в Самару заранее, за несколько дней, чтобы познакомиться с городом получше, и не пожалели. Когда я услышал о Самаре, я не представлял, насколько большой это город, а она оказалась такой замечательной, большой и солнечной. У меня самые замечательные эмоции. Мы очень любим Россию, да вы и сами можете увидеть это, если приедете в Сербию. Да и ехать далеко не надо. Атмосфера шикарная. Российские братья любят Сербию, а мы любим Россию. Да, ощущение, как будто мы в Сербии. Поддержать болельщиков своей сборной в Самару приехал консул Сербии Милан Живкович. С братским народом встречу провел митрополит самарский и тольяттинский Сергий. Ведь Россию и Сербию исторически объединяет главное. Сербский народ и русский, они всегда братья по определению. Историческим корням, это очень важно, потому что у нас единая православная вера, а это много значит для наших народов. Российский и сербский народ, они одни, каждый раз одного другого поддерживают, знаете. И я верю, что каждая встреча просто значит шаг вперед этой дружбе. И я поддерживаю то есть, слово, которое Владика сказал, и уверен, что будет все лучше и лучше между нами. Игра Сербия-Коста-Рика для братских народов оказалась особенно символичной. Для нас сегодня достаточно знаменательный день, потому что Сербия играет первый матч в чемпионате, а мы принимаем первую игру. Да. Поэтому сегодня такой особенный день. В итоге знаменательный день завершился большим праздником победы Сербии 1-0. К слову, спортивную арену, которая до этого приносила победу самарской команде перед стартом чемпионата, осветил митрополит Сергий. Анастасия Зубарева, Сергей Костин, Новости губернии.